Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Олег, мы с вами продолжаем проходить игрушку Far Cry. Ну что, нас выкинули в прошлой серии из вертолета, то есть такое небольшое предательство получилось со стороны Дойла, насколько я понял. Ну что ж, давайте прыгать. Черт, главное не убиться. Опа. У нас 4 патрона всего лишь навсего. Даже страшно предположить, что можно делать. У нас нету ни мачете, вообще ничего. Все, это верная смерть. Надо выбираться. Твою мать. Все, меня убивают с одного удара. Я буду думать, что тут. Направляемся в сторону вертолета. Я хоть покажу вам, если доживу, конечно. Там есть пулемет стационарный. Давайте быстро. Черт, меня убили прямо на сохранении. Я не знаю, как это будет выглядеть. Давайте посмотрим на этот глюк. Значит, убивают и прямо сохраняшка здесь. Нет, повезло. Ну, наконец-то. Тут я уже не удивляюсь, тут убивают как хотите. Когда захотят, тогда и убивают. Ну, я на острове, в джунглях, по шею в дерьме, в мутантах. А в остальном все хорошо. А как ты? Понял, понял тебя, умник. Слава богу, что ты жив. Джек, тебе надо бежать из этой зоны. Лучший путь пробраться через укрепления. Они как раз неподалеку от тебя. Все, друзья, вот так вот всю игру мы пытаюсь, хоть кусочками вам буду показывать, чтобы вы видели, что тут было. Так, с этими разобрались, давайте переключимся назад. Быстро, 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 блин. Черт. Давай, давай, дохни, дохни. Есть. Пока что все спокойно. Можно жить, можно что-то делать. Так, друзья, ну что, продвигаемся потихонечку. Нам явно нужно туда. А бинокля у меня нету, ничего нету. Поэтому придется как-то потихоньку. Уже так. Надо у попрыгушек позабирать оружие. Были попрыгунчики. Такие борцы. Да, с патронами беда. С патронами явно беда. Где-то здесь он был, да? Отлично. Но я не вижу, чтоб патрончики-то были у него. Вроде бы как и нет. Поднимаемся. Поднимаемся наверх. Идите в лабораторию. А оружия нету, нормально. Зачем оно нам надо? Можно и без оружия. Можно вообще было голеньким здесь побегать, может. Нормально все было. Там два ракетчика, видите? С ракетами, ребята. Не попадаю пока что по нему. Вот он. Вот. Сразу его убили. Забираем патроны. Так. Видите, в принципе, без разницы. Можно такую, можно такую. Здесь огромная дыра, сейчас мы в нее пройдем, посмотрим, что же такое-то. Лава. Смотрите, вулкан какой-то, походу, дело. А вот и аллилуйя наша, здесь у нас оружейная комната шикарная. А, черт, я в Халка превращаюсь. Похоже, ты все-таки заразился. Ну я же вколол сыворотку. Кригер заражен? Он разработал для себя препарат, не допускающий распространения мутаций по телу. Уверен, он у него с собой. Попробуй уговорить его выделить мне пару капель. Попробуй. Осторожнее, он уже не вполне человек. Судя по всему, я не слышу, о чем они там говорили, но могу догадаться так интуитивно, что нужно найти противоядие для этого дела. Так, мы подобрали нормально так боеприпасов. У нас карточка, все дела есть. Видите, весь наш боекомплект. Отлично, отлично. Детка, как долго я тебя искал, мой оружейный шкафчик. Так, карточку мы взяли, у нас есть даже транспортное средство. Давайте поднимемся, посмотрим, что у них там такое. Ракетомет можно было, в принципе, взять, но давайте пока воздержимся.
Открывайся. Ух, это будет интересно. Ну что ж, погнали. Тихо, твою мать. Черт. У нас даже нормально прокатить не получилось. Издалека попробуем убить этих громил пока, чтобы они нам проблем не создали. Есть. Там еще один. Но аккуратненько к ним подъехать. Давайте переключим вид. Тихо. Тихонько. Хотя, знаете, можно, в принципе, не париться на этот счет. Давай, твою мать! Черт! Что ж за дела? Быстро, 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 быстро. Едем. Едем. Черт. Продолжаем движение, друзья, если меня не убьют. Быстро с вами перейдем. Готов? О, тут полная жесть. Я тебя запомнил! Все, всех, всех перебили, кого можно. А, так, поднимаемся. Там явно сюда. Такой здоровый. Черт. Надо его убить, потому что он создает нам проблемы. Все. Так, здесь обычные солдаты. Надо их тоже стараться завалить. Это дело есть. Так, по камням. Потихоньку. Я уже просто в шоке от всех этих ситуаций, которые здесь. Так, сохранение игры, слава богу. Сейчас наверх. Здесь у нас спутник, но там явно ничего полезного нет. Встретимся там, да. Дела плохо. Это, конечно же, меня заметили. Да, но как же не заметить меня с такой высоты? Было бы смешно. Так, что у нас есть? Ни хрена, сейчас опять, как обычно, меня грохнут. Я уже привык. Так, давайте посмотрим, что ж тут есть. Снайперская винтовка, замечательно. Что мы выбросим? Мы выбросим это. Пять патронов. Это несерьезно. Пятерочка патронов. Так, тут, конечно, должен быть дельтаплан, наверное, я предполагаю. Дельтаплана здесь нет. Так, ну мы здесь не слезем, значит, надо пробовать. С этой стороны. Молись, пока я Тебя не стреляют. Так, тут его нету. Давайте посмотрим. Все, убили опять. Ну что, друзья, мы немножко разваляли местную вражину. Давайте будем думать, как здесь можно спуститься. Так, чтобы не убиться еще. Конечно, дельтаплан. А! Черт! Меня задело-то больно. Может, им гранатку туда кинуть, что ли? Для пущей уверенности. Так, конечно, нано-костюм здесь бы очень помог. Черт, сколько ж я патронов-то потратил на все это дело. Следить за местностью. Давай. Не больно только. Упади. Видите, сюда особо вражина не спешит залазить. Радует хоть тот факт, что мы с вами бронежилеты сможем пособирать уже хорошо. Жесть, друзья, человек 200, наверное, уже завалил здесь, пока с вами разговаривал. Привет. Так, хоть броньку подняли, уже хорошо. А здесь у нас сохранение игры, нас снова ждет маленький сюрприз в виде полного боекомплекта. Забираем все, что можно. Так, это жесть, друзья, такая жесть. Наверное, самый тяжелый после Клайва Баркера, то, что я такое проходил.
Это полная жесть. Такого я давно, конечно, не играл. Ну, Clive Barker то совсем другое, там тоже, в принципе, все из-за забагованности было. Здесь тоже своих глюков хватает. Смотрите, броников сколько. Бронежилета. Нам нужно в эту лабораторию, видите? Она, насколько я понял, находится в вулкане. Посмотрим, что там такое. Здесь происходит? Не, друг, сигнализацию можешь уже не бежать включать. Так, здесь у нас загрузочка. Отлично, знакомые, да? Знакомая символика, знакомые места. Что ж, давайте посмотрим, что ж тут такое-то. Здесь у нас полный комплект, можно взять все, что вы хотите. Открываем. Не спешат они открывать двери, как вы видите. Так. Отлично. Я так понимаю, здесь сейчас как в стиле матрицы будет жесткая перепалка. Давайте возьмем пневматический дробовик. Хотя хрен его знает. Видите, ребята попроще, видите, их проще убивать. А, черт, он с гранатометом. Давай, давай, кидай, кидай, детка. Так, я возвращаюсь, там у меня есть немножко припасов, если меня не кончат, уже убили. 12 раз, друзья. Я чуть компьютер не разломал, пока это прошел, этот момент. Это просто ад. Как заставить человека, или как не заставлять, а просто сделать отвращение какой-нибудь игре. Это сделать легкий уровень хард. Все, я больше никогда в жизни такой играть не буду. Даже под страхом смерти. Чтобы меня силой заставили в это играть. Нет, может, игрушка интересная, но уровень сложности и столько глюков создают такие проблемы, друзья, что просто феноменально. С тобой все хорошо? А как по-твоему? На вашем месте я бы так не переживал. Вы все равно не доживете до следующей стадии мутации. Сейчас надо будет еще завалить этого громилу. Ну, это просто просто. Вот как сейчас мы, как думаете, раз 20 получится, с 20 или с 30, может быть? Разика. Все, убили. Ну, так всегда. Кто заразил вас? Произошла утечка мутагена. Мутаген проникает в организм лишь путем внутривенного впрыскивания. Жаль, не могу вам помочь. У меня не было времени изготовить сыворотку. Из вас выйдут отличные мутанты. Тебе остался час. Ей еще меньше. Старик был склонен к театральности. Жаль, у него не было деловой хватки. Дойл, ты не посмеешь. Еще как посмею. Работа на правительство научила меня главному. Где новое оружие? Там можно сорвать неплохой куш. Почему ты сам не убил Кригера? Драгин обязательно предан своему папочке, а ты его только что убил. Любопытно было бы взглянуть на их реакцию. Но мне пора, покупать решу. Дойл, если ты не дашь нам сыворотку, тебе не покинуть остров живым. Да, я знаю, ты мне не поверишь, пока я не приставлю ствол к твоему лбу. Но это так. Жаль, Джек, но она мне нужна самому. Прости, что не жму тебе руку. Иду за тобой, мерзавец. Так, наш главный герой по-прежнему продолжает превращаться в Халка. Так получилось, что того громилу мы убили через 2 секунды после начала, после заставочки этой. Я не знаю, как это произошло. Опять же, друзья, игрушка забагована до безумия. Я даже особо никуда не целился и сразу его убил. Вот он где. А, черт. И опять у меня жизнь на нуле, но это не прикольно, реально. Я не знаю, кому может доставить удовольствие играть, когда так тяжело. Так, вроде бы мертвы.
поехать. Заберем их нейроники. Хотя бы. Хотя бы. А, черт. Никогда в жизни не поверите. Помните, мы здесь уже, значит, была заставочка, что мы убили этого генерала, значит. И как вы думаете, здесь меня, конечно же, кто-то случайно убил, и мы начали опять с этого босса. Но он уже не убивается так, как раньше. С одного удара. И все. Замечательно, так. Ну что ж, будем двигаться, надо уже добить эту игру как-нибудь. Здесь все заперто. Все заперто. Отлично. Будет смешно, если это какой-то глюк, потому что, видите, все двери заперты. Не знаю, куда здесь можно возвращаться. Давайте посмотрим. Эти действия. Так, отправляемся. Полная жесть. Это полная жизнь, друзья. Если думаете, что я просто ною, попробуйте поиграйте. Я посмотрю, насколько вас хватит на харде. Это жесть. Самое интересное, что там есть еще реалистичный уровень игры. Я уже боюсь представить, что это за уровень такой реалистичный. Если на харде дают джазу в местные враги, то тут... Надо подкрепиться всем, что тут есть. Забираем все. Я так понимаю, что это перед финальной схваткой, видите, нам дают возможность подзатариться. Так, гранатомет надо взять. Это я выбрасываю. А вот РПГ я возьму, пожалуй. Это, кстати, тоже пригодится. Тоже нужное оружие. Давайте перезарядим пулемет. М-ку можно выбросить. Так. Это оставляем. Это можно выбросить. Так, выбрасываем. Я хочу взять... Вот, отлично. Еще пригодится, потому что мало ли какие монстры, кто появится, хрен его знает. Так что двигаемся. Отлично, сохранение игры. Значит, убейте Дойла и заберите сыворотку, наше задание. Отлично. Твою мать. Так, меня сразу начинают стрелять, а кто, откуда, пока хрен его знает. Но у меня четко уходит жизнь, я не могу догнать, откуда меня стреляют. Сдохни ты, твою ж мать! Мы продолжаем движение, друзья. Так, надо подняться. Я уже тут перебил эту вражину всю. Стрелится не так много. Так, поднимаемся. Будем искать этого Дойла. Надо его убить как можно быстрее. Так. Козлина. Нет. Слышишь? Попробуй понять. Я послан ими. Они всегда наблюдают. Этого не изменить. Как изменишь будущее? Возможно, никак. Но я позабочусь, чтобы тебя в нем не было. Глупый ублюдок. Боже, неужели мы пройдем с вами Far Cry? Это просто какой-то ад, а не игра. Жесть. Так, ну видите, мы уплываем обратно на... нашу медузку потопили. В самом начале. Новая лодочка. Да, и сразу полегчало. И сразу же полегчало. И жили они потом долго и счастливо. Проект Far Cry. Сожгите и больше никогда не показывайте. Все, друзья, мы прошли. Наконец-то этот кошмар закончился. Боже, как я рад, что закончил проходить Far Cry. Слава богу. Так, ну что ж, подписывайтесь, заходите в группу ВКонтакте. Я знаю, что прохождение не получилось не так хорошо, как хотелось бы.
Не привык я играть на таком уровне сложности, плюс здесь очень много багов было, вы их могли видеть в процессе. Я бы не рекомендовал никому сейчас это проходить, потому что есть уже второй Far Cry, есть Instinct Predator, Instinct Хищника, намного интереснее, намного сбалансировано, то есть там учли все ошибки, которые были в первом Far Cry. А это так, прошли для коллекции, если это можно так назвать, прохождением. Было очень, конечно, тяжело, но мы справились, нет ничего невозможного. Вот такие вот дела. Есть и смешные моменты, есть и не очень, есть глупые смерти, есть смерти, потому что еще я без звука играл, проходил игру. А я диалоги не слышал, я их посмотрю уже потом, когда буду пересматривать. Ну что ж, не судите строго, я знаю, что не самый хороший вариант получился, но тем не менее. Всем спасибо, друзья, всем удачи. Смотрите новые прохождения, Darkness 2, Silent Hill и так далее. Пока-пока.